Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Games Club, и как по названию вы догадались, у нас будет карьера за Real Betis, и что ж, давайте приступим, у нас еще есть время, а по-моему следующий матч у нас будет с Барселоной, так, да, с Барселоной Б, что ж, давайте приступим, составим, ничего не менять не будем, вроде все в порядке, так, Халилович, показывает нам Халиловича. Так, поехали. Так, Рубен Кастро здесь. Так, я пока на паузу поставлю. Так, давайте порвем их. Надо выигрывать, чтобы... Я уже многократно это говорил, но... надо выходить отсюда. Так, давай. Ой, обрез. Так, пошел обрез такой жесткий. Так. Ну, здесь можно побороться. Ой, шикарный пас. Офсайд. Ладно, офсайд это нормально. Так. Побороться здесь. Ну, надо было побороться, но... Так. Чёрт. Нет, нет. Давай, давай, борись. Борись, ну надо же выиграть. О, блин. Удар. Ой, это слишком высоко. Так. Показывает нам Рубен Кастро. Так, Халилович с мячом. Игрок очень перспективный. Не только в FIFA, но и в жизни. Так. Ай, не получилось. Так, Начо Фернандес. Давай, давай, давай. А, ну тут вратарь вышел. Так, поехали. Так. Ну что ты сюда бежишь-то? Надо открываться в край, а ты в центр бежишь. Ну. Так, в принципе, хотел сказать пару слов о музыке. Очень шикарная музыка. Странно это сказал, но это очень прикольная музыка. И если хотите, я вам оставлю ее в описании. Ну, там как в описании оставили, я вам ссылочку скину, чтобы прослушать. Так, давай, Носа, побежала, давай. Ну вот ты попросил у Рубена Кастро, я тебе дал, вот и... Что от этого произошло пользы? Лучше бы Носа сам побежал. Я думал, ты что-то там примешь, там... Так. У нас тут контратака может получиться. Взял, толкнул спокойно. Ну, Начо Фернандес тебе это не простит. Давай, пошел. Съебался. Ой. Ой, нет, нет. Пожалуйста. Навертел. Просто навертел нашу оборону, как... Я не знаю, что. Блин. Ну вот как такое вот... Пиздец. Ладно, бывает. Что ты делаешь, Рубен Кастро? Ну... Чёрт. Он... Вот ломанули его. Вот, хорош. Что ты сделал правильно, судья? Так. Пофиг, пробьет, наверное. Ну, давай, ты... Посмотрим вот так вот. Где-то вот так вот. Давай. Ай. Ладно. Так, Носа, давай. Подача. Ну что за говно подача-то, а? Просто говнейшая подача. Вообще. Мне, если честно, не понравилось. Так, что же. Так, нам чуваки встречать надо, парни.
парни, пожалуйста, включайте. Черт. Так, хорош, Рубен Кастро поборолся и обыграл. Так, встречайся, парни. Я поставлю на атаку. И мочки прессинг. Ой, так вот. Так, Мемба здесь. Халиловича ушатал. Так. Так, пошел. Давай, ну, надо. Давай, борись там. Ну нафиг ты принял, ты, я тебе в наход давал. Даун. Ну корпус так. Да ты ебантяй. Да что ты делаешь-то, блядь? Капец, ты походу первое поражение, что ли, в этом сезоне. Так говорить еще рано. Ну давай, прессингуй. О, прям Курбан Кастро раскутила. На нах! Ну забивать! Забивать надо было в таких моментах, а? Ну, такие моменты бывают раз в матч. Парень, кстати, кто смотрел Шальке Реал Мадрид? Как вам эта игра? Скажите. Я вот, если честно, не смотрел, я вот знаю, что там еще 2-0 Роналду и Марселу забили. А вот сам матч не смотрел. В общем, отпишитесь в комментариях. Вот. Так. Так, можете что-то замутить, давай. Вот так вот. Да ты заебался своими подкатами, давай. Ну что ты там? Бомбежка началась, чуваки. Так. Адама бежит. Черная лига. Прессингуй, прессингуй, давай, давай. Да что ты своего-то врезаешься, даун? Бомбежка сейчас у меня, честно, реально большая бомбежка, просто вот. Ну потому что даун, честно, больше нечего сказать. Открывайся, ну. Давай, побежаю. Спасибо. Ну, бля, я нажал удар, он сразу блокирует. Я хоть так могу весь день бегать, 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 он мяч не отберет. А как я нажму удар, он сразу, бля, выбежит. Радиоактивный, бля. Сайд, бля. Жопа. Эх. Печально, парни, печально. Что? На-на. Съебался. Так, кстати, это первая серия, где будет у нас музыка. Вот. Надеюсь, вам понравится. Как я начал контратаку проводить, так ты сразу. Так. Они начали разыгрывать, потому что тянут время, походу, да? Я ведь прав.
Два момента, один гол, приятно. Так. Ничего менять не будем, так продолжим. Хави Торрес. Опытный, в принципе, игрок. Так, так. Нормальный пас. Нельзя было дать или ты принять не можешь? Седрик, давай, пожалуйста, давай, Борис. Ну ты же нига, они ниги все такие сильные. Давай, пожалуйста. Да что ты, сука, делаешь, блядь? Что ты сделал, даун? Капец. Ну что это? Пиздец, на. Давай сюда. Давай, давай. Рубен Кастро. Пожалуйста, не тупи. Ты кому я дать должен? Сюда притормози. Да что ты делаешь-то? Падла. Писи, не догони этого. Ты даже догнать его не можешь. Давай, хорош. Давай, давай, пожалуйста, давай. Ну, сука! Втроем налетели. Давай, пожалуйста. Да что это за удар? Бесит ты, блядь! Капец. Я в шоке. Бомбежка как конкретная. Вообще. Супер шанс, супер момент. Ну как ты не забиваешь-то, а? Как он еще пробегает здесь? Так. Ты, блядь, двинуться не можешь вперед? Или тебя это затрудняет? Давай, 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 Хави Торрес. Оп, неплохо было. Ну, всегда было спорное решение. Спасай. Бесите нах, пиздец. Хави Торрес вообще классно сейчас сыграл. Давай, давай, Рубен Кастро, все, что ты можешь, это, бля... На ошибках играть, защитников в пустые забивать. Ну как пустые, с вратарем. Давай, пожалуйста. Парни, ну хотя бы ничью. Добудьте мне ее, парни, пожалуйста. Нам срочно нужна победа. Ну ебаный, боже. Ну, то ты мяч получаешь и сразу теряешь. Давай, 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 давай. Ну, они тупо выносят. Вот. Давай, вратарь. Не тупи, не выноси. Ладно, вот вынес, и ты что дальше? Мяч-то у них. Ну, ёбнул же он его, а. Сука. Съебался. Нет, ну черт тебя определенно. Да и что ты делаешь, мне твои выкрутасы нахер не нужны? Ты мне просто нормальную игру покажи. Ты даже нормальную показать не можешь, блядь. Давай.
Да вас Халилович тут возит, как нехер. Давай. Сука, ну ты бесишь! Да вы тут заебываете меня пиздец как, а? Опять они тянут время, вот тупо тянут. Да иди на. Иди нах, съебался отсюда, вот, блядь. Пошел, давай, водилу, давай, пожалуйста. Тут хуй бежи, блядь. Или давай. Да забей ты здесь же! Ну как? Да я и просто, ну как так ты не забиваешь? Тут и пустые. Чисто пустые, тут просто надо в дальний бить. Да иди нахуй. В жопу все идите, блядь. Щедро. Бомбежку, нахуй. Все нарушение, да что я сделал-то? Да выносить там, он вынес сам. Че, я виноват, что ли? Ну что он вынес, блядь. Вот почему-то я его догнать не могу, а моих игроков там они, блядь, если у них пейс там у меня 60, у моих там под 80 с чем-то там, то они спокойно догоняют почему-то, блядь. А я их догнать не могу. Ну давайте, блядь. Тупо тянут время своими распасовочками здесь, на. Давай, давай, давай. Побежал. В руку попал. Тинёк, я просто в мяч играл, но он промахнулся. Жопа, блядь. 2 минуты добавили. Я сейчас начну тянуть время, блядь. Вот своими распасовочками здесь, да. Давай, вот, надо наказывать, надо... Отдай, иди в сайт там, блядь. Жопу у вас всех! Да, вот опять они, давай, давай, надо их наказывать за их... Давай, давай. Да что ты сам себе-то даешь даун? Ты не можешь ему выкатить, а? Я ебал. Сюда вот, давай. Да дайте пас нормальный, бесишь, блядь. Все, идите нахуй, блядь. Вообще, блядь. Жопа. Вообще фиговый матч был. Если честно, мне даже не понравилось. Блин. Ну честно я бы сказал. Чё они делали-то вообще? Тупо, блин, своими распасовочками тут кидались с ними, все, что там было дальше-то. Все, все, что они сделали, еще этот Рубен Кастро даун, вот этот вот. Вот этот вот даун, Рубен Кастро, вот этот водилу еще не забил, блядь. Вот паухи, обезьяны, блядь. Вот этот Рубен Кастро тоже обезьяна. Чё у вас все в команде обезьяны, блядь? Вообще. Вот это вообще за 5 матчей ничего не сделал, блядь. Тоже мне. Разгон 90. Да ты даже на 70 не пробежишь, блядь. В общем, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В общем, я пошел нахуй.
Давайте, всем пока.